Но банкиры хватались за сердце не только в Стольном граде Украины. Рязанским тоже досталось. Причем с самого утра. Причина – сообщение о минировании. Такого на памяти старожилов еще не было, чтобы солидные люди, да из своего пафосного отдельно стоящего дворца, поспешали на улицу сквозь строй силовиков и в окружении спецмашин. Сенсация, ничего не скажешь. Вторая сенсация последовала вслед за первой. Злоумышленника, который настращал банковских работников, тут же изловили. Вот так, сразу, по горячим следам. Вот комментарий по поводу утренних рязанских беспокойств. Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН обследовали помещение Центробанка, прилегающую территорию. Взрывных устройств не обнаружено. Как оказалось, сообщение об акте терроризма было ложным. Буквально в течение часа подозреваемый в совершении данного нарушения был задержан. Им оказался житель города Рязани. В настоящее время его опрашивают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка. Проверка здания шла довольно долго, но, наверное, были в нем места, куда даже саперов не допустили. Банк все-таки.